ну, оттуда. Со стороны улицы Октябрьской, в сторону дома искусства. В общем, ехал здесь, вот, в районе пешеходного перехода. Передо мной ехал автомобиль, Volkswagen Passat, ну, года 90-го. И он поворот включил, хотел, видимо, запарковаться сначала. Вот. Я на него как бы отвлекся. Вы остановились или ехали? Я ехал медленно. То есть, ну, я на расстоянии от него был. То есть я приготовился уже его объезжать, как бы, как говорится. И вот на месте, где конус стоит, приблизительно это было. То есть начинаю, поворот показывает, только вот и удар слышу в бок. Passat поехал, ну получается, я чуть дальше проехал. Вот и все. Смотрю в зеркало свернуто. Ухожу, вижу, там мальчик плачет. Ну, кричит, плачет. На обочине. Да, да. Я понял. Да. Все, спасибо. Ну, в принципе,